в маленьком городке под Бухарой. И потом каждые 5 лет переезжала в какой-то новый город. И мои последние 5 лет я провела в Москве. Вот. И поэтому я очень в России очень региональный человек. И знаю какие там все, что в принципе выросло за Уральским хребтом. И во мне тоже сложно очень много разных идентичностей. И мне иногда бывает непросто, потому что, то есть я не знаю, где моя родина. В фонде Бёля, как я уже сказала, я заведую программой «Демократия», а для фонда Бёля демократия не может быть демократией, если это не гендерная демократия. Что такое гендерная демократия, не знаю, стоит вам объяснять, не стоит, но мы как раз и занимаемся тем, наши все программы, что мы просвещаем людей, говорим, что, рассказываем, что такое гендерная демократия, но иногда все эти теоретические вещи очень сложно понять, не прочувствовать что-то на самом себе. И поэтому вот то, что с вами мы сегодня будем делать, мы делаем это сами с собой, сотрудники фонда Бёля, и как бы это наш метод, метод работы и метод подхода к теме. Вот. Но я предлагаю нам все-таки буквально коротко, ну, может быть, я запомню пару имен, у меня всегда трудно с этим, и глаза плохо видят, но когда люди представляются, это все-таки веселее. Давайте как хотите, ну вот может Полина продолжит. Продолжит или начнет? Представишься, да. Меня зовут Полина, я работаю в фонде Генриха Бёля. Первый раз на Баркэмпе, не знаю, сколько из вас тут впервые. Я первый раз, пока мне все очень нравится, хочется наконец-то начать игру и все пройти с вами. Можете хаотично представляться. Ну, Глеб, давай. Это хаос такой организованный, хорошо. Надо дать импульс. Меня зовут Глеб. Я работаю в Доме прав человека в Воронеже. Что еще рассказать? Наверное, разных идентичностей есть на себе. Я еще себя не пробовала. Ну, сейчас попробуешь. Меня зовут Наиля. Я из... Меня зовут Максим, я из Санкт-Петербурга. Постоянно меняю разные идентичности. Очень люблю и умело этим пользуюсь. Работаю в школьных проектах и обучении. Лену, Максима, Наилю, Глеба, Полину. У вас есть Маша среди вас? Я. Расскажи о себе. Я учитель-политолога, активистка и координатор движения «Весна». Я только такая активистка, в целом много участвую в разной общественной деятельности в Петербурге. Ну, собственно, живу в Петербурге, родилась, кстати, в Москве. А есть кто-то, кого зовут Николай? Нет? Ты каждая это очень. Ну я пытаюсь. Даже если Николай есть, я думаю, что постесняется. Да. Да, журналистка. А говорите погромче. Я Николай, я учусь в высшей школе экономики на журналиста. Да, не могу ничего сказать про идентичности. Да, с этим проще. Вот, да. Ну, то есть, если у кого-то другого, у остальных нет желания представляться, это же ваше право. Вот это? А надо? Да? Если хотите. Нет, не обязательно. Я выразила свое желание узнать, но если вам не хочется, то вы не должны. Мне так надо. Я всем говорю, спасибо. 8 часов приглашаю всех. Я научный сотрудник. Есть у кого-то еще желание? Да. Меня зовут Полина, я тоже из Вышки, из Москвы. Учусь на журналиста и немножко помогаю центру «Сестры». Вот. Все. Как у вас? Когда был обед? Вчера. Второго? Сегодня второго. Сегодня был, да. Вчера мы обсуждали. Уже состоялся, да? Да.
все хорошо там? Следили очень за забегом, за вашим. Кто-то знает, о чем речь? Нет. А можешь коротко рассказать? А этот центр «Сестры» помогает женщинам, пережившим сексуальное насилие. Вот, и сегодня состоялся благотворительный забег, и всякие амбассадоры нам помогали. В общем, мы бежали, ну не мы, я не бежала, я здесь, вот, в таких юбках очень прикольных, типа, и слоган «Dress doesn't say yes», типа, ты можешь, ну, твоя одежда ни о чем не говорит, ты можешь бегать в юбках, ходить в коротких юбках. Вот, посыл такой. И сестры большие молодцы, потому что они так смогли за короткое время этот забег организовать. Есть еще у кого-то желание назвать свои имена? Если нет, то... Меня зовут Владимир, я из Кирова. Мои идентичности не пребывают в конфликте. Вот. Вот. Много чем занимаюсь, работаю. Состою в политической партии. Какой? Парнас. О, пожалуйста. Опасно. Кто-то еще? Тогда, пока вы думаете, вдруг кто-то еще захочет представиться, скажу, что я вам не буду каких-то глубоких теоретических знаний давать про идентичность, это не лекция, это просто правда, мы будем экспериментировать сами с собой. Но вначале я вас просто спрошу, можно вот здесь разные странные вещи я нарисовала. Я буду вам спрашивать, вот, называть понятия, а вы говорите, ну, как вам кажется, что это такое, как это работает. Вот, не знаю, ну и, конечно, о фонде Бёля. Фонд Бёля — это про все хорошее. И у нас есть четыре столпа как бы нашей зеленой идентичности. Мы близки к идеологии партии зеленых в Германии и в Европейском Союзе, и вообще во всем мире. И четыре столпа идентичности. Первый столб — это экология. Вообще зеленые начинали как активисты. Они никогда не хотели становиться вот такой эстеблишмент политической силы, никаких партий, ничего. Они были активистами, которые на низовом уровне, я не знаю, защищали деревья, защищали территории от того, чтобы там, я не знаю, не строили атомные электростанции и так далее и тому подобное. Вот. И как бы экологическая как столб вот этой зеленой идентичности, он, наверное, очень большой, и когда говорят зеленый, чаще всего это ассоциируется с экологией. Ну а экология — это всегда не просто защитить. Это не только про землю у нас, это вообще-то очень глубинный. То есть экологи и люди, которые защищают вообще-то наши права. Это про права человека. Вот. Но я тут вижу просто людей, которые наши участники наших летних школ, которые проходят каждое лето в разных городах. Я всегда предлагаю вам подавать заявки, вообще писать фонд Бёля мне лично, если у вас есть какие-то инициативы, если у вас какие-то желания, если вы хотите изменить мир к лучшему, и вам нужен совет, или вам нужно качественно улучшить проект за счет каких-то там других возможностей, то пишите мне. Вот. На сайте нашем можно всегда найти мой электронный адрес. Вот. У нас есть летняя школа, у нас есть куча открытых общественных мероприятий и так далее. Но я про столпы зеленой идентичности. Второй столб – это женщины и феминизм, и, не знаю, зеленые активисты, когда они стали когда-то политической силой, они завели такую моду на, я не знаю, квота, женская квота в парламенте, женская квота там-то и сям-то. И сейчас вот эта вот игра с, не знаю, или этот феминистский язык, он, в принципе, воспринимается в европейской, скажем, политике как само собой разумеющейся. И партии, в которых никогда невозможно было увидеть женщину в лидерах, изменились. Это партии, там, и, если говорить о Германии, христианские демократы, и СПД, и так далее, и тому подобное. Вот. И еще два очень важных столпа идентичности – это пацифизм. Ну, я не знаю, этим близки зеленые, конечно, к поколению 68-го года. То есть зеленые, когда стали политиками, это политики, которые, прежде чем какая-то страна хочет куда-то направить свои ракеты или решить какой-то конфликт военным путем, это люди, которые дольше всего этому противятся и стараются как бы уйти от военного конфликта. И еще один важный и самый важный для нас в России момент – и столб идентичности – это низовая демократия. И как бы никакой демократии, никакой гендерной демократии, вообще никакой демократии, никакого общества не будет, если не будет то самое, как бы общество работает, когда оно работает снизу, да, когда инициатива идет с
снизу. И поэтому наша главная задача в России, мы работаем мы не работаем с властью, то есть мы пытались, приглашали, они не хотят с нами работать, мы работаем с активистами. Вот, и для нас это самая как бы, важная сила, и мы, потому что мы сами, я говорю мы, как некую уже идеологию, мы те самые активисты, которые просто в какой-то момент прорвались и стали политическим истеблишментом. Ну, это я так идеологию немножко бросила, извините, реклама. Теперь к нашим понятиям. Первый круг. И понятие называется исключение. Вот как работает понятие исключения в обществе? Неожиданно. Вот я это нарисовала, вот выглядит это примерно вот так. Можете, ну, пример, то есть вот общество, в котором постоянно кого-то или что-то исключают. Ну вот можете такую вот сценку сочинить, историю? Да! Что? Новичок в классе, которого что? Которого не приняли кто? Одноклассники. То есть они его держат за какого-то другого, да, за неправильного. Вот. За чужого. За чужого, да. Ну да, то есть это может быть маленькое общество, это может быть на уровне большой страны, на уровне объединения стран. А вам, наверное, знакомо слово сегрегация, которое очень часто сейчас используют. Как работает сегрегация? Это про что? И чем она отличается от простого исключения? Вот я вам нарисовала такую. Это про гетто. Ну, да, в какой-то степени, да. То есть это как бы людей говорят, что вы чужие, другие, вы ненормальные. И еще их объединяют в какие-то блоки. Говорят, вот, что вот это вот один тип ненормальных, это второй тип ненормальных. Это третий, и вот вы держитесь, пожалуйста, с друг дружкой, и так прожектором светит, что вот именно они. Если исключение, это разные группы, да, там, не знаю, по свойствам, по идентичности, их просто отделяют от так называемых нормальных, то если речь идет о сегрегации, понятие сегрегации подразумевает, что этих исключенных еще подразделяют на какие-то группы, и вот какие-то им, я не знаю, нормативы выставляют. А расскажите мне, что такое понятие интеграция? Встраивание. А как она работает? Вот как работает интеграция? Ну, а тут не нужно быть в теме. То есть мы все в теме. Ну да, то есть постоянно, когда говорят о какой-то политике, в том числе связанной с миграцией, всегда говорят об интеграции, интеграции, интеграции. Я вот нарисовала интеграцию, вот очень похоже на сегрегацию, да? То есть интеграция, это работает так, что точно то же самое. Сначала определяют нормальных, то есть для меня это негативное понятие, ну для вас может быть по-другому. Нормальных и ненормальных, ну в кавычках. Потом их сегрегируют на определенные группы. А потом думают, как эти группы, которые вот они, там, не знаю, мигранты из Таджикистана, мигранты, как мы их теперь интегрируем, как мы из них сделаем, из ненормальных сделаем нормальных. Поэтому, например, для меня понятие интеграции, оно такое не очень хорошее. То есть оно подразумевает, я не знаю, вот есть первый класс людей, есть второй класс людей. Но оно есть в научном обороте, у него есть другие коннотации, но если смотреть глубоко, то вот оно как раз про это. Есть еще понятие, может быть, по-английски, у меня плохой акцент по-английски, inclusion, правильно я сказала, нет? Вот. Или по-русски включение, то тогда уже никакого круга не получается. Получается вот про такую какую-то молекулу, все отовсюду прет, и это на самом деле про то, что каждый человек, то есть твои особенности, они твои особенности, и ты имеешь право существовать в обществе и быть воспринятым таким, какой ты есть. Вот, и, конечно, есть какие-то, ну, понятия свободы, это вы все сами прекрасно знаете, но вообще-то как бы никакого идеального круга в обществе не получится. Все, заканчиваем с теорией. Сейчас вам моя коллега Полина, будет раздавать листочки. Мы, в общем, первая игра называется «Сделай шаг». Это очень простая штука. Не знаю, Глеб, когда ты был у нас на летней школе, была такая вещь? Не было. Хорошо. Вот, мы просто с вами встанем, наверное, одной линией, или вот так, и будем идти к сцене. Мы встанем, или давайте встанем вот так у сцены,
одной линии. Я вам, Полина, раздаст, вы вытащите из листочка. Или в какую сторону? Вы к сцене хотите или от сцены? Сцене. От солнца, там, где вы стоите. Хорошо. Да. Вы вставайте, желательно в одну линию, пусть это будет широкая, большая линия. Вот, и, черт возьми, вас так много. Полина пройдет, и вы будете вытаскивать оттуда листочки с разными социальными ролями. Может быть, кому-то, если не хватит, вы можете поделиться с соседом и просто даже обдумывать ответы. И я буду задавать вам очень простые вопросы, очень-очень простые вопросы. Если вы на этот вопрос отвечаете «да», вы делаете шаг вперед. Если нет, то вы остаетесь на месте. Это очень быстро, и потом мы с вами об этом поговорим. Это первая часть нашей игры. Да, то есть на тех бумажках, которые вы получите, надеюсь, что можно все прочитать. Мы писали это от руки. Там написано, вы, я не знаю, вы учитель математики. Или А потом мы все будем сидеть в кругу и только пары могут представить себя одной личностью. Я буду задавать вам очень простые вопросы, повторяюсь, если вы отвечаете на них «да», вы делаете шаг вперед. Если нет, вы остаетесь на месте. Сейчас последняя роль будет. Вы никогда не сталкивались с серьезными финансовыми трудностями? Если да, то вы... Если да, если вы никогда не сталкивались с финансовыми трудностями, вы делаете шаг вперед. Если нет, остаетесь на месте. Вы живете в скромном доме, имеющем доступ к телефонной линии и телевидению. Вы живете в скромном доме, но у вас есть доступ к телевидению и к телефону. В скромном доме? Небогатая квартира, дом. У вас есть телефон и телевизор. Он может быть не скромным. Скромный. По вопросам все скромно. Небогатый. Третий вопрос. Вы чувствуете, что ваш язык, религия, культура пользуются уважением в обществе, в котором вы живете? У ваших родителей было более 20 книг в доме. Еще раз? Да, у ваших родителей было больше, чем 20 книг в доме. И все по 5 шагов так. За каждую 20 книг. Вы чувствуете? Ребята, тихо. Вы чувствуете, что ваше мнение о социальных и политических вопросах принимается во внимание, оно услышано в этом обществе. А полшага нужно? Да, и как-то так шаги соизмеряйте с друг другом, да. Другие люди, следующий вопрос, обращаются к вам за советами по различным проблемам и вопросам. Друзья, внимательно, тихо. Вы не боитесь попасть в полицейский участок и не боитесь проверки документов? Не боитесь. Чиновники половины. Вы знаете, у кого вы можете попросить в случае беды совет и поддержку? Вы знаете? Знаете? Да. Вы никогда не испытывали чувство, что вас дискриминируют из-за вашей внешности? Никогда не испытывали. То есть все отлично у вас. Ваши социальные и медицинские потребности удовлетворены. Социальные и медицинские. Если какие-то вопросы, задавайте. Вы можете путешествовать и ездить в отпуск за границу хотя бы один раз в год. Вы можете пригласить друзей, чтобы пообедать в вашем доме. Вы удовлетворены с вами? Друзья, у вас там какой-то шумный угол. Последний повторить. Да. Вы можете пригласить друзей, чтобы пообедать в вашем доме. Отобедать.
говорю русский. Вы удовлетворены своей жизнью, глядя на свое смотрите на свое будущее с оптимизмом. Вы чувствуете, что у вас было или у вас есть возможности учиться выбирать профессию, какую бы вы хотели. Можно идти дальше. Вы не боитесь любого преследования или нападения на улицах, или какой-то атаки через средства массовой информации. Вы не боитесь преследований или атаки на вас, как на улицах, так и через средства массовой информации и социальные сети. Не боитесь. Вы имеете право голосовать на национальных и коммунальных выборах. Вы можете отмечать наиболее важные религиозные праздники со своими родными и друзьями. Религиозные или не религиозные? У нас есть победитель. А мы сейчас узнаем, кто он. Вы можете принять участие в международном семинаре мастерской за рубежом. Не знаю почему. Вы можете ходить в кино или театр раз в неделю. Вы не беспокоитесь о будущем ваших детей, друзей, людей, которых вы хорошо знаете. Вы не беспокоитесь о их будущем. Не беспокоитесь. Ваши проблемы и опасения будут приняты во внимание в политике и обсуждаются в средствах массовой информации. Ваши проблемы и опасения будут приняты во внимание в политиками и обсуждаются в средствах массовой информации. Вы можете купить себе новую одежду каждые 3 месяца. Вы можете влюбиться в кого вы хотите. Вы уверены, что ваши знания и способности признаны в обществе по достоинству? Вы уверены, что ваши знания и способности признаны в обществе по достоинству? И последний вопрос. У вас есть доступ к интернету и к средствам массовой информации? Друзья, теперь давайте остановимся и посмотрим друг на друга. На том месте, где вы остановились. Да, вы просто остановитесь и давайте разберем, вот так вот посмотрим, на каких разных местах мы оказались все. И, может быть, сначала начнем с тех, кто остался очень далеко, и узнаем, кто они. А у нас можно, может быть, микрофон взять? Да. Микрофон можно? Вот этот? Еще раз. Работает. Не, радиомикрофон. Нет, что такое? Да, какой-то сулит. Не висулит. Вот, его надо принести. Друзья, не сдвигайтесь с своих мест. Ой. И карточка тоже. Меня зовут Нурия. Хорошо. Он тянется? Не фоткается. Кем они были в этой игре? А вот там у нас молодой человек, самый первый, у него какая-то очень интересная идентичность. Самый первый? Да, который самый первый вытягивал, он дальше всех у нас и стоит. Так он никуда почти не подвинулся. Давайте я попробую дотянуться до вас и наоборот спросить. Не получится, к сожалению. Ну, вы подойдете и скажете. Да. То есть вы оказались дальше всех. Наверное, сделал шага 4 или 3. Я, получается, китайский мигрант в Новосибирске. А почему вы сделали так мало шагов? То есть, получается, я сделал шаг. Нет, не помню. Особенно свои вопросники я сделал шаг, но получается у меня нет никакого положения в обществе, как у мигранта. Мое мнение не интересует общество, плюс. Хотя я сделал шаг, по-моему, был вопрос про проблемы. Что-то про социальные проблемы. Вот я сделал на него шаг, но. Да? Ну, большинство просто, по сути, не делал шаги. Вообще вы подумали, что как бы все остальное почти невозможно для мигранта из Китая в Новосибирске? В большей степени, да, невозможно. Спасибо. А, может быть, теперь еще кто-нибудь. Мы будем туда-сюда. А, кто-то, кто. Спасибо большое. Давайте вы можете взять тот микрофон. А, нет, уже. Кто у нас оказался дальше всех? Можете сюда прийти. Я сейчас в скромном доме.
А уже микрофон отошел. Здравствуйте, мой отец работает в администрации президента, а я учусь в МГИМО. Поэтому мне открыты все дороги. Единственный шаг, который я это не сделал, это какой-то скромный дом. Наш дом не скромный. Спасибо. Друзья, кто там еще в ряду? Можете рассказать про себя? Так, я женщина, муниципальный депутат. Я не сделал, наверное, всего двух шагов в вопросе. Свободен я в выборе того, кого любить. И в вопросе собственной безопасности. А в остальном? А в остальном, да. Вам кажется, что он... Это такой спорный, да, момент? Да, что... да. Как бы здесь особых гендерных каких-то притеснений вообще, ну, собственно, нет. Арестовывают муниципальных депутатов, честно. Вопрос безопасности, опять же, я задаю. Это как раз про то, как мы по-разному понимаем. Передавайте там, а вот связи молодой человек. Я не знаю, типа... Я женщина, и это минус в нашем обществе. Но во всем остальном все хорошо. Я бабушка, вышедшая на пенсию, бабушка. И я занимаюсь помощью разным обездоленным людям. Соответственно, у меня получается достаточно много денег, по всей видимости. Хотя не факт. Я такая. Я дизайнер, я директор дизайн-агентства, и мой муж директор отдела внешних связей большой корпорации. Я тоже делала почти все шаги, но я тоже не чувствую себя безопасно в этом обществе, потому что понимаю, что несмотря на то, что у меня много денег, связей и прочих ништяков, я все равно могу пострадать от произвола власти. Ну, у меня немного странно. Я девушка, мне 18 лет, и я продавец в придорожном кафе. Несмотря на все это, я сделал очень-очень много шагов. Потому что, в принципе, я никак не ущемляюсь. Ни как девушка, ни как мои политические права тоже не ущемляются, и нет никаких у меня... У тебя очень опасная работа в придорожном кафе. В придорожном кафе? Я предал опасней. Чего бояться? Друзья, давайте... Наоборот, закаленной жизнью. Возьмешь микрофон, и я так буду спрашивать людей, кто остался в середине, А я добегу до тех, кто остался в конце. Кто еще был в самом конце? Вот девочка в фиолетовой майке. Да. Я беженка из Донбасса. Но этим все сказано. Я не сделала почти ни одного шага. Ущемлена в права. Не могу смотреть в будущее. Вот, кстати. По поводу влюбиться, я этот шаг как раз и сделала. Единственный. А у кого были проблемы с влюбиться? Вот кроме муниципального депутата. У нас были проблемы. Я ЛГБТ-активист из Самары, вот поэтому у меня были такие проблемы. То есть, если бы я, скажем, влюбился своего лучшего друга с детства, это было бы странно, это бы порицалось. Все. Больше ни у кого не было с любовью проблем. У Глеба были? А вот я сейчас... Я подросток, выросший в религиозной... выросший в религиозной среде девушка, носящая хиджаб. Я считаю, что я не имею права влюбляться в кого-то, в любого человека, потому что у нас религия определенная. Да. Но вы в остальном сделали очень мало шагов. Ну, я вообще делала короткие шаги просто. Спасибо. Давайте спросим середину, или вот Глеб очень взорвался ответить. Видите, кто представился, я имена запоминаю, кто не представился, к сожалению. Я могу тоже. Да, я слепая девушка, работающая в корпоративе «Авоська». Вот, уверенный шаг, я вот прям не раздумывая сделал только один, когда там, если у кого спросить совет. Ну, я не уверенно сделал короткий шаг, когда я не был уверен, но там все-таки да, скорее, я делал маленький шаг. Вот уверенный шаг только один, потому что, наверное, в кооперативе есть у кого совета попросить. А вы можете попробовать. Я проститутка, работаю в Волгограде. То есть я, наверное, сделала три шага. Это я могу влюбиться, купить себе что-нибудь один раз в три месяца. Съездить на море за счет кого-нибудь. И у меня есть скромная квартира, доступ в интернет, к соцсетям и так далее. Спасибо. Во всем остальном я ущербна, по моему мнению.
Ну, а слюбиться, наверное, тоже не просто, если вы работаете. Мне кажется, как раз просто. Да? Ну, в смысле, а уже начать отношения? А, ну, это уже другой вопрос. Друзья, кто оказался в середине? Да. Я мать-одиночка, работающая младшим преподавателем в институте на факультете археологии. Почему вы вот оказались в середине, как вы думаете? Что значит для вас быть? Наверное, если я не очень сильно обеспечен, если мать-одиночка и работа младшим. Микрофон пишет. Я не очень, наверное, обеспечен, если я работаю младшим преподавателем и мать-одиночка. Я не могу себе позволить там. Вещи каждые 3 месяца, и там приехать на море. Спасибо. Кто-то еще? Я работаю проводницей на пассажирском поезде Москва-Владивосток. И да, то есть это постоянные разъезды. Я не думаю, что это сильно оплачиваемая работа. Возможно, что я не могу себе позволить там часто отдыхать, как мне хочется, организовать свою жизнь, как мне тоже хочется, видеться часто с родными. Это та работа, которая не требует высокой квалификации. Спасибо. Ну, а как вы себя чувствовали? Может, кто-то хочет ответить? Вот кому было прям очень некомфортно в той роли, которая ему досталась? Были такие нам люди? Нам было очень некомфортно. Скажите. Ну, мы собственно. Это все сделано. Микрофону тоже некомфортно. Ну, мы, собственно, не реализовали жизни совершенно. Мы снимаем комнату в Москве и работаем в Макдональдсе. То есть нам показалось, что у нас были какие-то возможности сначала, да, в начале жизни. А потом вот все это куда-то ушло, видимо, из-за лени или из-за природной глупости. Вот. Поэтому вот мы проживаем и живем. Ну, не про природную глупость, а просто про то, как что сложилось. А я спрашиваю именно, вдруг вам было некомфортно или физически, может быть. Ведь многие из вас, там было очень много социальных ролей, связанных с инвалидностью, да. То есть вам трудно было себя представить инвалидом или все хорошо с этим? То есть я понимаю, что очень многие роли с инвалидностью, они оказались как раз в середине. То есть вам кажется, что в сегодняшней Российской Федерации, в принципе, можно жить с инвалидом? Я могу. Давайте. Я с синдромом Дауна, но из богатой семьи, и, в общем, не могу сказать, что я себя Да, и я не могу сейчас сказать, что я себя некомфортно чувствовала, потому что я просто работаю с детьми с синдромом Дауна, и я просто примерно представляю, мне кажется, что я представляю. Вот. Но синдром Дауна, это еще важно сказать, что синдром Дауна – это не инвалидность. Да. Это не инвалидность. Почему я сделала достаточно много шагов, потому что я из богатой семьи, и мне кажется, это во многом определяет вот нашем обществе. То есть если есть деньги, то можно чувствовать себя достаточно безопасно и можно много. Спасибо. Спасибо, друзья, за участие в этой короткой игре. И я вам предлагаю теперь поработать со своими собственными идентичностями. Сейчас вы залезали в чью-то шкуру, и тем самым мы поняли, да, оглянувшись, что ни одно общество, просто ни одно общество не может быть общество равных. И та самая интеграция, и там инклюжн, включение, это как раз об этом, что когда мы активисты, когда мы делаем какой-то проект про культуру, организовываем выставку, научную конференцию, мы работаем с аудиторией, это не просто какая-то гомогенная аудитория, это люди с разным социальным бэкграундом, которые, если обращать на это все внимание, то это может сделать наши, я не знаю, активистские, гражданские усилия более качественными или какой-то социологический, научный проект тоже более качественный. Поэтому это еще и об этом. А теперь я прошу вас сесть просто в большой круг, и мы с Полиной будем вам раздавать бумагу, и вы будете какое-то время работать сами с собой, а потом с парой, а потом мы с вами вместе обсудим те идентичности, под которые действительно присутствуют в нашем кругу. Не очень комфортно, потому что как будто мы с вами на площади и делаем митинг, а не такое интимное пространство.
Вопрос? А, нет, нет, мы лучше ждем. Передай. Вот. Ну, я попробую вам рассказать, что мы сейчас будем делать. И нарисую. Сейчас, остались? У всех есть листочки. Остались листочки? В центре напишите свое имя. Например, вот меня зовут Нария. И сделайте такие отводные каналы, например, 5 штук минимум. Ну, вот только 5. Можете в процессе, может быть, вы добавите что-то. И эти 5 каналов наши молекулы будут обозначать те группы, которым вы чувствуете свою принадлежность. Ну вот, например, я Нурия, и я женщина. И это такая штука, чтобы я родилась, и вот я женщина, и женщина, неважно. И скажем, я вегетарианка. И может куча-куча всего другого быть. И есть главная штука, что вы вот сейчас это делаете сами собой. В общем, вы сейчас это делаете сами с собой, вы не обязаны показывать это соседу. Вы будьте, пожалуйста, очень искренни. Будьте, пожалуйста, очень... Будьте, пожалуйста... В общем, вы должны написать хотя бы 5 групп, к которым вы относите себя. Пусть это будет совершенно спонтанно и интуитивно, это саморефлексия. Вы не обязаны это никому показывать. Вы можете потом скомкать, и чтобы никто это не знал. Но если у вас есть хотя бы одна идентичность, которой вы готовы поделиться, это будет следующий наш этап нашей игры. Давайте сейчас вот просто 3-5 минут, где вы просто спонтанно пишете, о чем вы, да? Вот. Каким группам вы себя приписываете? Сидящим вы готовы пообсуждать некоторые из ваших, и все из ваших личностей. Или, может быть, вы вообще не захотите раскрывать, а готовы выслушать Олегу. То есть тут ваши эмоциональные состояния очень разные. Я вам начну раздавать тогда такие листочки, а Полина принесет еще, и вы поговорите о чем, вы назовете эти идентичности и попробуйте объяснить друг другу, что вот, например, я, будучи женщиной, или я там... Слышно меня? Я, будучи женщиной, или будучи... Я, будучи женщиной, или будучи вегетарианкой, Максим, не болтайте. Я, будучи женщиной или будучи вегетарианкой, например, вот какие-то преимущества от своей вот этой вот идентичности, или у меня есть какие-то отрицательные, то есть отрицательный опыт с тем, что вот я вегетарианка. И поговорите, пожалуйста, друг с другом об этом. То есть, вот я не знаю. Или вот у меня есть определенная этническая, например, принадлежность, у меня есть с этим какой-то позитивный опыт, есть негативный опыт. Вот что-то в этом ключе. И потом я вам раздаю листочки. И, пожалуйста, напишите одну или две из ваших идентичностей, которые вы готовы поделиться с группой. Когда вы напишете, вы просто вот сюда кладете и каким-нибудь камешком или листочком подорожника прижимаете. Кто уже готов, кто еще не пишет, вы поднимаете руки, я вам даю листочек. Кто уже поделился парой, кто готов начинать взяться? Готов начинать диалог, понял, с кем он будет разговаривать. Листочек. Листочек? Кто-то, если хочет один, сам с собой поговорить, тоже могу дать листочек. Можно листочек? То есть это те листки, которые мы положим на поляну. Ребят? Я
нам, потом для того, чтобы забрасывать в центр Уга. Если хотите, можно вообще меня. 1-2? Ребят, если у кого-то есть вопросы, кто-то недопонимает, поднимайте руку, я объясню еще раз. Можете 1-2, можете 1, у вас может быть общая идентичность. Я говорю, что сейчас у вас у кого-то есть листочки, кому-то... Друзья, поднимите руку, кому что-то непонятно. Я нет, еще раз объясню. Еще раз. Объясни про идентичность. Сколько писать? По 2 каждому? Нет? Вы можете один листок использовать, можете 2. Напишите вот одна, скажем, твоя идентичность, одна твоя. А можете выбрать для вас одну общую идентичность. А что мы потом написать большими буквами и положить сюда на лук. Вот так. Вы просто ставьте, положите. А пока вы разговариваете с друг с другом, вы поняли, да, о чем вы говорите? Да. Кто-то не понял. О чем мы говорим? Если нужны какой-то еще листочки, вот здесь лежат. Всем все понятно? Всем все понятно? Отлично. Вам 7-10 минут на разговор. Националист, деятель культуры, русская. Амбивер, надо будет уточнить. Фанатик, друг, человек с хорошим чувством юмора. Волжанка. Русский, верующий, музыкант, феминистка, интерсексуальность. У кого есть что-то рассказать про свои, про группы, которые, с которыми идентифицируете с каким-то состоянием, то... А кто там был? Интерсексуальность. Есть идентичность быть писателем, быть журналистом, то есть какой-то профессиональный друг, мы себя идентифицировать. Все закончили? Друзья, сейчас самая такая странная часть начинается. Я уже почти все зачитала, но я буду выборочно... Максим, что мне мешает? Я буду зачитывать какую-то группу, идентичность, которую вы вот серьезно кинули в центр этого поля. А вы будете... А те люди, которые себя идентифицируют с этой группой, будут вставать. И вторая особенность, если вы, для вас именно эта идентичность является сейчас самой важной, доминирующей, оставайтесь стоять чуть-чуть дольше. Да, работай. Хорошо? Ну, может быть, еще кто-то не успел, хочет что-то кинуть? Все, да, никто ничего не будет откидывать? Ну, я рада, что вы тем самым еще с друг другом познакомились через этот этап тренинга. А сейчас вот давайте. По-моему, самая первая бумажка с такой группой социальной, группой безработных. Вот кто готов встать, и у него есть сегодня такая идентичность, может быть, она важная. Готов ли человек встать? Вы работаете на деньги, да? Как я не знаю, все по-разному понимают состояние быть без работы. Вот. И для кого это сегодня состояние, для кого важно это состояние, то есть оно доминирует в ваших эмоциях, то останьтесь стоять чуть-чуть подольше, все остальные можете сесть. Есть группа, которую обозначили... с которой идентифицируют себя люди, оппозиционные, активист-активистка. Вставайте. И для кого это просто доминирующая идентичность, оставайтесь.
чуть дольше стоять. Есть вот повторяющиеся идентичности русский-русская. Встаньте, пожалуйста, и по тому же принципу, для кого это доминирует и определяет его жизнь, то можете подольше стать. Нет, то есть вы можете... Как вы? Журналист, журналистка. Как вас много, да? Так, перевернулось что-то у нас. Фанатик. Чтобы был фанатиком и был готов поделиться этой идентичностью, а значит, встать и признаться. Есть такие, нет? Ну, есть и группа или чувство творчества или ощущение творчества. Может быть, группа творческих людей. И вот кто к ней себя относит, то тоже встаньте. И кто прямо чувствует себя, что вот он прям, что вся его жизнь творчество, останется стоять подольше. Ощущаете себя. Спасибо большое. Здесь у нас есть две идентичности. Личность эмигрант, не иммигрант, а эмигрант. Я не знаю, в каком контексте, но кто, у кого есть эта идентичность, встаньте, пожалуйста. Иммигрант? То есть кто-то? Вы, да? Вот. И если для вас это подавляющее, все понятно. Пацифизм. Отлично. Феминистка. Феминизм, феминисты. Феминист или феминистка? Все возможно. Поговорим с вами отдельно, почему вред быть феминистом, на ваш взгляд. Музыкант. Видите, я чувствую, что ну, некоторые люди встают на разные идентичности, и тем самым как бы, я их вижу как, вот, как раз их молекулу, как она их раскрывается. Идентичность женщина. Для кого-то может быть совсем дефинирующий, и они вообще себя не видят. Такими что тоже может быть. Про либеральные ценности мы говорили, про быть замкнутым, то есть когда человек вот ощущает себя замкнутым, и это определяет его поведение, его выбор. Все, понятно. Еще. Но если это прям сильно определяет, можете поставить подольше. И давайте еще пару прочитаем. Студенты у нас. Это полезно еще для сосудов, вставать и садиться. Да, студентов очень много. И у нас есть такая интересная идентичность, антифеминистка. Антифеминизм. Хорошо. Так, еще последняя, космополит. Кто готов подписаться? Космополит, да. Не так много. Про писателей мы говорили? Но, да, по-моему, говорили. И последняя карточка, на которой несколько написано. Люди с хорошим чувством юмора. Кто готов себя идентифицировать с этой группой людей? Примерно столько же, сколько и космополитов. Друзья, теперь я задам вам просто вопросы, и я не знаю, нужен микрофон, не микрофон. Полин, поможешь мне тогда, может быть, с микрофоном? Смотрите. Я задам сначала общие вопросы, и кто хочет, вот можно по кругу, можно не по кругу, вызывайте, говорите, делитесь, микрофон можно так. Вот мы сейчас вставали, да, немножко смеялись, было весело, казалось, какая-то глупость.
Но, наверное, у нас с вами были какие-то ощущения, когда вот вдруг ты встаешь и ты идентифицируешь себя с какой-то группой, и ты видишь, что вау, вот, вот еще несколько человек, которых я, с которыми я еще не успел познакомиться, они тоже встали. И мой вопрос, как вы себя чувствовали, когда вы вставали? И еще уточняющий вопрос. Таких ситуаций было немного. Как вы себя чувствовали, когда вы встали и оказались один? Или вас оказалось совсем немного? Кто готов начать эту такую, как бы, делиться своими впечатлениями? Да, конечно, можно и вопросы. А какими впечатлениями? Ну вот смотрите, как вы себя чувствовали сейчас? Вот когда мы вставали, все смотрели, когда мы встали и... Я себя бодро чувствовала, очень. Нет, на самом деле комфортно, вполне очень много людей со мной вставало. Я поняла, что, наверное, я не такая оригинальная, индивидуальная, как я думала. Да, но это приятно, когда ты видишь единомышленников. Даже и не подозревая с виду, как бы во многих людях я бы... Ну, о многих людях я была бы куда более лучше мнения, скажем так. Нет, на самом деле интересно было очень. Хотя один раз я встала одна. И как вы себя чувствовали в этот момент? Чувствовала себя гордо и одиноко. Когда это... Антифеминистка, да. Кто-то... Никто не поддержал. Вас было двое, вы... не заметили друг друга. А давайте можно я вас спрошу про ваши ощущения? Вот как вы, наверное, тоже думали, что вы были одна? Я не думаю, что я была одна, просто было очень интересно, когда на идентичность феминистка встали очень много девушек. И интересно больше даже было посмотреть на их реакцию, когда я встану на вот эту идентичность. То есть, может и быть, какая была реакция, как, что вы ощутили? Да, в принципе, негатива не ощутила, это приятно. Вот. Ну, в принципе, это моя позиция, и доказывать что-то кому-то я не хотела бы, но... Ну, просто мне лично интересна была реакция. То есть, в принципе, ну, на этом все. Да. Насколько я поняла, на вот этих листочках нужно было написать ту идентичность, рядом с которой мы поставили галочку. Антифеминистка – это та идентичность, рядом с которой мы... Не обязательно, не обязательно. Вы должны поразмышлять с коллегами, обсудить то, ну, как бы, с партнерами, что для вас важно сейчас самое, а написать вот ту идентичность, которую вы готовы написать. А, поделиться когда-нибудь. Кто-то еще? Да. Я, конечно, не часто вставал, но когда вставал, у меня не было никакого дискомфорта, потому что если я причисляю себя к какой-то группе, то это естественно. То есть я считаю себя к этой группе, к сожалению. Ну, я встал, когда там был русский. Не знаю, может, людям не совсем комфортно того, что они русские, или многие не встали, просто им была лень. Но встала, ну, половина, может быть, меньше. Там моих листов. К сожалению, моего листочка не прочитали, или к счастью. Просто мне как-то было обидно, что при идентификации русских стало очень мало людей. Может, просто многие не русские. Это тоже может быть вполне. Давайте. Хотели уточнить, что такое амбиверт? Это между экстравертом и интровертом. Нет, хотели интерсекс. А, простите, я забыла. Ну вот это я не знаю. То есть вы к этой группе себя причисляете и готовы встать? Вставайте. Вот, а это про это. Это все про это. Вам комфортно? Ну, вообще, по сути, биологически человеку никогда не комфортно, когда он стоит один, и все сидят, потому что уровень разный, и чувствует себя, что его выделили из толпы, и ощущение небезопасности вызывает чисто то, что у нас врождено с генами, так скажем. Но, в принципе, когда вставали вместе со мной, мне было приятно и интересно узнать, кто это будет. Спасибо большое. Вы как раз сказали самую важную вещь, что тебя никто еще не дискриминирует, но когда ты встаешь один, ты уже чувствуешь себя дискриминируемым. Ты уже чувствуешь себя, ну, вот это быть меньшинством, это всегда непросто. Глеб? А я вот всегда себя неуверенно чувствовал, потому что я... Не
иногда не могу понять, могу ли я считать себя пацифистом, там, творческой личностью, русский я или не русский, я точно не знаю. Вот. А можете вопрос тебе задать и всем остальным? А вот в процессе этого тренинга вы узнали о себе, может быть, что-то новое, о своих реакциях эмоциональных? Да. Ну, не то чтобы узнал, вспомнил, скорее. Да? Кто, кто говорил «да»? На самом деле, мне кажется, дело даже не в том, когда ты встаешь и видишь таких же людей, а дело в том, что ты в какой-то момент начинаешь понимать, к какой группе ты можешь себя причислить или нет, и что это такое, это группа, и быть частью этой группы, потому что многие вещи являются просто частью твоей индивидуальности, и многие вещи, которые тебя характеризуют, или твоя деятельность, это твой путь, и ты его совершаешь, в принципе, один. И здесь даже нет речи о том, что дискриминируют тебя или нет, но поддержку ты можешь чувствовать только в ряде случаев, и они скорее в меньшинстве, нежели в большинстве. Спасибо большое за такой комментарий. Кого-то есть еще поделиться чем-то? Заметили, что очень много идентичностей, которые, наверное, мы встречаем у своих друзей, у самих себя, мы все-таки не назвали, да? Как, ну, с чем это связано? Почему что-то мешает вам высказать свою идентичность? Вот последние вопросы и выводы. Ну, вы понимаете, да, что, в принципе, среди нас больше идентичности, чем те, что мы... Вот в вашей молекуле их больше. Да. Все стремятся к индивидуальности, все-таки осознавать, что ты, ну, обладаешь чертами, скажем так, менее распространенными, да, это все же человеку приятнее, поскольку я полагаю, человек существо немножко тщеславное и, ну, все же, и старается выбрать что-то особенное, вот что сейчас мы опять же увидели. Ну, мне кажется. А еще маленький вопрос. Кто-то, вот, кто, может быть, не вставал, наблюдал за группой вставающих, вы замечали какую-то реакцию, особенности поведения группы встающих или группы остающихся на местах? Сначала все оглядываются, ага, кто сейчас встанет, и потом уже там по волне вставали. В общем, после... Да? И нам, да, нам, у нас полторы минуты. На самом деле, я бы тоже присоединилась ко всем, поучаствовала бы, но по работе пришлось заняться. Но при этом видно было, да, правильно девушка сказала, что было интересно смотреть, кто как наблюдает, а вдруг он сейчас вот встанет, а что будет дальше, сейчас накинуться на него с вопросами или какое-то суждение будет. Но когда уже, наверное, подходили там, к пятой, к шестой бумажке, когда уже говорили, люди так с облегчением вставали, говорили, ну ладно, ладно, все нормально, спокойно. Ну, по крайней мере, мы здесь сидим уже не 5 минут, не 10 минут, и уже привыкли друг к другу, поэтому вот этот тренинг, можно сказать, уже сплоченная команда, можно так сказать. Спасибо большое. Спасибо вам большое, что участвовали. Я просто маленький вывод сделаю, что из этого всего мы понимаем, да, что у нас есть много идентичностей, мы такая как бы большая-большая молекула из идентичности, и некоторые идентичности, с ними ничего невозможно сделать, они, вот мы с ними таковы, да, то есть я там, у человека редкая болезнь, или у него что-то с ограниченными физическими возможностями, или у него есть, я не знаю, то есть он хочет поменять даже пол, но не может, или может. И есть разные идентичности, с которыми мы можем играть, а есть идентичности, с которыми мы можем только оставаться. Вот. И можно сделать еще много разных выводов из этого тренинга. Я думаю, что вы их сделаете. Спасибо большое, что участвовали. Будут вопросы какие-то, подходите ко мне, задавайте.